Доброе всем утро, ребята. 19 декабря 2017 года. Завтракаем. Ольга, как и обещала вчера, замудила пирожочки. Какие? Больше похожи на... Как они называются? Булочки. На булочки, да. Пирожочки с капустой. Улетают в лед. Приятного нам аппетита. Да? Да. Гуд. У нас наступила зима, ребята. За ночь выпал снег. Сантиметров, наверное, 10. Но на улице сейчас 0 градусов. Днем будет плюс 1. Поэтому весь этот снег, к сожалению, растает. Но, как говорит Ольга, в снежки поиграть можно. Особенно, если есть желание. Она уже 3 снежка в меня запулила. Идем зарабатывать деньги. Во время обеденного перерыва решил прогуляться по Красной площади. Покровский собор, что на рву. Купола его в снегу чуть-чуть. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной России тоже в снегу. Купола разноцветные, покрова Пресвятой Богородицы собора, что на рву. ГУМ подсвечен огоньками. Красиво. Кстати, они сейчас, эти огоньки, днем не выключают. Круглосуточно горит главный универсальный магазин, который расположен на месте верхних торговых рядов. Правее от него идет здание, расположенное на месте средних торговых рядов. Еле возле стен Кремля заснеженные. Саму Красную площадь активно чистят и снег вывозят. Новогодняя ГУМ-ярмарка активно работает. Карусельки крутятся, катают детишек. Видите, вдалеке один ребенок на коню скачет. Кстати, раньше, ребята, памятник Минину и Пожарскому стоял напротив главного входа в ГУМ. То бишь, где-то на этом месте. Потом, во время становления советской власти в 20-е годы, памятник Минину и Пожарскому решено было перенести во двор храма Василия Блаженного, так как этот памятник мешал проведению парадов на Красной площади. А это очередь, чтобы зайти на каток, покататься. Некоторые граждане пришли сюда с коньками. Но если у вас нету коньков, ничего страшного. Главное, чтобы у вас были деньги. Вы можете их арендовать на катке. Исторический музей также весь в снегу. Здесь берет начало улица Никольская. Уважаемые москвичи и гости города. Гирлянды почему-то не светятся. Я думал, что они будут светиться круглосуточно, как и ГУМ. Воскресенские ворота, восстановленные в 90-х годах 20 века. Часть Китай-Городской стены. Нулевой километр всех российских дорог. На Манежной площади много-много елок праздничных установлено. Даже есть новогоднее пожелание. Все сбудется. Трудовой день завершен, ребята. Я уже в Биберево. Ольга тут решила сапоги свои в ремонт отнести. Написала мне об этом. И чувствует мое сердце, что она где-то недалеко от метро. Звоню ей. Но гудок не идет. Наберем еще раз. Возможно, мой телефон глючит после метра. Дозвониться до нее не смог я с двух попыток. А вот она мне сама звонит, видите? Алло, возле перекрестка. А, ну тормозни там, подожди меня. Все, давай. Сеть тормозила, ребята. Либо у нее какие-то проблемы были с телефоном, со связью, либо у меня. В общем, она оторвалась метров на 500 вперед. Ждет меня в аптеке. Я как шпион. Быть такого не может. Я тебе звонил раза 3, наверное. Точнее, 2. И вообще не абонент, ты понимаешь? Я телефон перезагрузил. Потом позвонил еще 3-й раз. И все равно не абонент. Думаю, блин, в перекрестке обычно телефон не ловит. Думаю, возможно, ты зашла в перекресток. На рынке была. В перекресток не заходил. Зашел в перекресток. Промониторил там все. Увидел сазанов. Тебя не увидел. Вышел, и ты мне позвонила. И когда я увидел сазанов, у меня появилось желание съесть одного сазана. Но думаю, нужно это дело согласовать сначала. И поэтому я передумал его покупать. Ну, обратно я уже не пойду. Ну, конечно. На крайняк купим завтра, если что. Конечно. Сазана. Вот, мне почти сейчас сообщили, что мне звонил. Вот. Я ж, блин, получается, еще и в перекрестке я тебе звонил. 4 раза, представляешь? Прикиньте, ребята, сидим, пьем чай. Уже почти выпили весь. И тут я вспоминаю. Не было ведь записи вечернее чаепитие, представляете? Да я в шоке. Главное, сидим, пьем чаек такой, не спеша. Я спрашиваю у Ольги, полежать хочешь, наверное? Она такая, да, хочу. И тут у меня молния в голове. Я же не заснял. Ты заметила этот момент? Заметила? Нет, ну что-то забыл. Или телефон? Что-то забыл. Я метнулся быстро в комнату, взял камеру, которая заряжалась. И вот теперь наступил этот момент. Запись пошла. Какой экшен, да? Да. Мы успешно доедаем вафли ванильно-сливочные.
которые в аромате. Ты расскажи, как день прошел сегодняшний. Хорошо, прошел. Ты как умирающий лебедь. Хорошо, прошел. Тебя еще вчерашний не отпустило? Отпустила. Усталость. Домой пришла и расслабилась. Точно. Чем тебе запомнится день сегодняшний? Сегодня 19 декабря. День святого Николая Угодника. Я же говорил вчера, да, что у нас новый коллега появился, Николай. Сегодня 10 утра. Николая нету. Народ начал переживать. А где же Николай? Начали уже версии придумывать, что пришел, посмотрел, не понравилось, ушел. Истории жизни рассказывать, кто меньше всего работал и сколько. Были случаи, когда там по 30 минут работали ребята, вставали и уходили, и больше не работали. Я же выяснил такую версию. Его же зовут Николай, а сегодня день святого Николая. Это что значит? Что Николай просто отмечал день святого Николая? Ну, это так. И вообще не пришел на сегодня работать? Да пришел позже. А что сказал? Не знаю. Ну, был. Был. Николай скромен. Николай Коля. Коля! Николай Басков пел, и Марьяна Ро перепевала. Короче, ребятки, сегодня у моего деда покойного Николая Левченко день рождения. Сегодня у бабули Ольги покойной тоже день рождения. Так помянем чаем. Так помянем же дни рождения дедов и бабушек чайком. Они порадуются, что чаем помянем. Перевернуться в гробу разочек, костями потрещат. Не, черный юмор. Ну, что черный юмор? Ну, блин, ну приятно же, когда там вспомнили-то. Обычно говорят, если там о умершем человеке вспомнили, то он там переворачивается разочек. А им приятно будет, они посмотрят, что мы не бухаем. Конечно, чаем поминаем, ты видишь? Да. И это главная новость дня сегодняшнего, ребятки. Да? Ты довольна? Этим? Полежать надо. Этому событию полежать надо. Все, пойдем мы, короче, полежим. Чуть-чуть. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, комментарии можете написать, да? Тебе же интересно читать комментарии иногда. Я понял. Не читай лучше. Вы там, ребята, полегче, а то вон княгине не нравится читать комментарии некоторые. На этом все, всем пока. Аривидерчи. Нос у меня опять заложило, ты представляешь?